15 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Совесть многих беспокоит только храпом. Написал этот афоризм 3 октября 2010 года. Совесть. Если у вас есть совесть, у вас нет, еще есть про совесть, у меня афоризм. В таких же категориях честность, честность. Честности мне не занимать, и денег лучше тоже. Честность, смелость, смелость. Это когда не хватает. Ох, не буду. Сейчас надо будет потом повспоминать, будем отдельно по поводу этих качеств.